Выступая перед школьниками, ветераны органов внутренних дел рассказали об истории сочинской полиции и отряда ОМОНа, примерах мужества и героизма в борьбе с преступностью. Наибольший интерес у школьников вызвала лекция об истории создания и технических характеристиках российского оружия. Отдельный разговор о средствах защиты бойцов спецподразделений, бронежилетах, шлемах. Детям разрешили подержать в руках образцы табельного автоматического специального вооружения и примерить экипировку. В заключение урока мужества ребятам показали бронетехнику и после инструктажа позволили посидеть на броне и в кабине. Такие уроки мужества – часть комплексной работы УВД города по патриотическому воспитанию молодежи.